Привет, друзья! Я вернулся на ту же гору в этот раз днем. И сейчас нахожусь с другой стороны. И виды здесь не менее прекрасны. С одной стороны здесь течет река Яра. Это та самая река, которая проходит через город. То есть в центре Мельбурна течет та же самая Яра. Главная река здесь. Вот, она доходит до этого парка, хотя парк достаточно далеко от центра. Вот там еще я вижу какой-то водоем, но это похоже какое-то маленькое озеро. А далее поля и горы. И выглядит это очень, очень красиво. Здесь еще гольф-клуб есть такой большой, который я показывал на фотографии в самом начале, еще прошлого ролика. И там днем играют в гольф, а вечером там, возможно, тоже играют в гольф, но уже кенгуру. И их там огромное прям количество. Вот. Друзья, короче, забудьте предыдущий ролик. Вот оно. Запыхался, перебрался на другую сторону горы. Достаточно долгая прогулка вверх. Ну вот, что мы здесь получаем в виде вознаграждения. Вот такой вид. Потрясающе. Даже какой-то фонтан есть. Класс. Здесь целая толпа кенгуру. Сейчас пойдем их ловить на камеру. Опять-таки. Они, кстати, достаточно, в принципе, спокойно относятся к людям, потому что, ну, здесь постоянно люди гуляют. Вот, и они привыкли, соответственно. Но они пугливы. Если подходишь близко, они, конечно, от тебя убегают. То есть, ну, нет такого там. Кто-то мне, я помню, говорил, что они нападет ли на тебя кенгуру, не начнет ли драться. Там многие видели видео с кенгуру, как они там друг друга колотят. Ну, друг друга они, может, и колотят, но на людей они нападать не будут, если не провоцировать совсем. Ну, либо кенгуру, если там совсем уж какой-нибудь бесстрашный попадется. Но, в общем, в целом они достаточно пугливые, и когда подходишь близко, они стараются от тебя куда-то убегать. Вот, но сейчас попробуем подойти близко, сильно их не пугать. Не хочется им день портить, поэтому просто аккуратно подойдем и попробуем поснимать немножко кенгуру поближе. По крайней мере, сегодня хорошая погода, много света, короче. Попробуем. В общем, до кенгуру добраться не получилось. Они все от нас разбежались. Причем достаточно далеко нас увидели и убежали. Вечером они как-то менее пугливые. Вот сейчас идем на другой маршрут. И тут, может быть, встретятся нам какие-нибудь другие зверушки. Это, собственно, поле с предыдущего ролика, где мы встретили кенгуру. Но сейчас они в другом месте. Но пока мы ищем кенгуру, нашли, где здесь Яра проходит. Как я уже говорил, это река, которая как бы центральная река Мельбурна, она проходит через весь город. Сюда, если Мельбурн — это город-побратим Петербурга, то это местная река, которая, не знаю, сестра Невы. У нас прямо на горе пасутся кенгуру. Привет, кенгуру! Не хочет подходить ближе. А это значит, что есть шанс их поймать. Короче, ребята, мы нашли кенгуру. Стараюсь не спугнуть, подойти как можно ближе. А еще тут кукабура. Я надеюсь, на камере это слышно, на микрофон. Это кукабура так звучит. И вот наша кенгуру. Похоже, мне особо интересно. Решили удалиться на всякий случай.
Что-то им там не понравилось. What was that? So they run away. Should run away too. I think it's dingo. It's a wild dingo. Let's go away. А счет везде есть скамеечки. Правда, фонтанчиков с водой мы еще не видели, но обычно в парках они тоже есть, но скамеечки прям обязательно в порядке, чтобы можно было посидеть, отдохнуть. Вот. Я вот уже запыхался, мы в горку карабкаемся опять. Скоро не пойди, везде горка. А еще мы тут спорим, кто это. Вообще, по-моему, это валаби. Это не кенгуру, это как бы такой маленький кенгуру. Они, по-моему, тоже разновидность. Называются валаби. У кенгуру еще большие уши. Вот, в растопырку, как у зайцев. А валаби маленькие ушки. Убежал, да, это валаби. Looking at them, they're looking at us. Focus is on the camera, on the thing you're holding.